решать, с кем приключилась беда. Их крепка дружба в поле Рабакар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли! Всех смелей он и быстрей. Рой! Нету никого сильней. Эмбер! Всех умнее и добрей. Хели! Он летает в облака выше всех. Очень смел их отряд Поли Рабакар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба Поли Рабакар. И они вместе всегда. Рабакар Поли и его друзья. На стройке сегодня выходной. Здесь так тихо, да? Да уж. А? Кажется, там мистер Билдер. Мистер Билдер! А? Это вы, Поли и Джин. Послушайте, сегодня же выходной. Почему вы не отдыхаете? Мне нужно доделать кое-что срочное. Мистер Билдер! Вы в порядке? Голова. Нет, вы плохо выглядите. Вас нужно срочно отвезти в больницу. Нет, зачем? Просто голова закружилась. Брунер, лови! Ой, простите меня, мистер Билдер. Хулиганы, я не собираюсь больше этого терпеть. Во что вы превратили наш двор? Просто вы здесь уже очень давно не убирали, мистер Билдер. Что? Неважно, а вы хулиганы. Мистер Билдер какой-то злой сегодня. Как же мне эту задачку решить? И что же, он просто пошел домой? Да, мы пытались убедить его поехать в больницу, но он даже слушать нас не стал. Сказал, что у него много работы. А что, неужели на стройке что-то случилось? Да, не так давно железнодорожные пути затопило. И теперь ему нужно перенести их, а это оказалось не так просто, как все думали. Наверное, он волнуется, ведь срок сдачи работы уже скоро, а у него ничего еще не готово. Угу, и все равно ему нужно было поехать в больницу. Да, Эмбер, ты не могла бы вместе с Джин заехать днем к мистеру Билдеру и проведать его? Я за него беспокоюсь. Хорошо. Брунер, хватит, не надо. Чтобы обогнуть это озеро, придется вести пути вокруг горы. То есть строительство снова затянется. Как же громко! Я же просил бросить сюда! Эй! Вы не могли бы говорить потише? А если вы хотите поиграть в мяч, идите в другое место и поживее! Ладно! Какие бестолковые машины! Ужас! Мистер Билдер какой-то сердитый. Как можно играть в тишине? Из чего это он вдруг так расстроился? Да уж. Не вдруг, в последнее время он сердится на нас чуть ли не каждый день. Думаете, мы сделали что-то не так? А что? Что именно? Привет! Привет, Эмбер! Привет, Джин! Мистер Билдер дома? Да, дома. Только вы к нему сейчас лучше не ходите. Он почему-то ужасно злится. Ребята, вы опять что-то натворили? Не знаю. Не знаем. Мистер Билдер, это мы. Мистер Билдер. Что это за звук? Ой-ой-ой. Мистер Билдер, а
Очнитесь! Ну вот. Поехали, Эмбер. Хорошо, я поеду первой. Я и не знал, что он заболел. Я думаю, он переволновался из-за работы и поэтому не смог уснуть. А мы и не знали об этом. Но вы не волнуйтесь, в больнице он быстро поправится. Ну все, я поехала. Да, спасибо, Джин. Так, и что будем делать? Ну, давайте приберемся немного, пока его нет. Я думаю, ему будет очень приятно вернуться в чистый двор. Это очень хорошая мысль, Дамбо. Чего же мы ждем? За работу! Да. Макс! Ой, извини. И еще? Мой мяч! Ты куда? Наверное, закатился сюда. А вот и он. Еще немного. Еще чуть-чуть. Ничего себе! Воу, берегись! Что случилось? Кажется, я совершил большую ошибку. Как дела у мистера Билдера? К счастью, ничего серьезного. Он поправится, если до завтра полежит в больнице. Ой, как приятно это слышать. Да уж, мы за него так волновались. Команда спасателей, Джин. Джин, у нас беда. Что случилось, Брунер? Ну, мы решили прибраться во дворе, но у нас кое-что случилось. Паука завалило. Помогите, пожалуйста. Не волнуйся, Брунер. Мы выезжаем прямо сейчас. Порядке? Потерпи немного и не волнуйся. Мы скоро вытащим тебя оттуда. А вы отправляетесь в безопасное место. Хорошо. А нам надо поскорее разгрести завал. Будьте осторожнее, чтобы ничего не обвалилось. Хорошо. Теперь будь свободен. Он не пострадал, потому что камни остановили бревна и не дали завалить его. Извини, Паук. Мы приносим мистеру Билдеру одни неприятности. Никакого от нас толку. Пожалуйста, не ругайте себя. Вы же хотели помочь мистеру Билдеру.
Но если бы вы были осторожнее, было бы лучше. Ребята, а что же нам сделать, чтобы порадовать мистера Билдера? Да, мне так хочется, чтобы он вернулся в чистый двор. Не переживайте, мы поможем вам тут убрать. Да, если мы объединим усилия, то быстро закончим. Спасибо, ребята. Спасибо, Макс. Не за что. С возвращением, мистер Билдер! Ух ты, когда это вы успели так все убрать? Я как будто бы в новый дом вернулся. Ребята решили сделать уборку. Это сюрприз. Ну-ка, расскажите, что произошло, пока меня не было. Ну? В любом случае, спасибо вам. О, кстати, пока я отдыхал, я придумал, как решить проблему с путями. Но это же отличная новость. На свежую голову всегда дельные мысли приходят. Согласен. Мне всего-то нужно было отдохнуть и хорошенько подумать. И на вас мне сердиться не стоило. Вы уж простите меня за вчерашнее. Ничего страшного. Если вас что-то беспокоит, вы нам скажите. А мы хотя бы уборку для вас сделаем. Это точно. Знаете, иногда так приятно поболеть. Может, мне взять больничный на недельку и отдохнуть? Нет, не надо. Не болейте, пожалуйста. Ладно, ладно, я пошутил. Мы всегда вам поможем, мистер Билдер. Спасибо. Вперед! Очень смел их отряд Поли Робокар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба, Поли Робокар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли! Всех смелей он и быстрей. Рой! Нету никого сильней. Эмбер! Всех умнее и добрей. Хели! Он летает в облаках выше всех. Очень смел их отряд Поли Робокар. И они к тем спешат, с кем приключилась.